السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. В предыдущей пятничной проповеди я рассказал о связи между нравственностью и богобоязненностью и о том, что для обретения богобоязненности необходима хорошая нравственность. В этой связи я привел наставление Хазрата Обетованного Мессии мир ему о том, что человек становится богобоязненным только тогда, когда он приобретает все хорошие нравственные качества. Так что верующему надо стараться приобретать все хорошие нравственные качества, и надо стараться поступать согласно всем повелениям Всевышнего Аллаха и отстраниться от всего запрещенного им. Если он уберегает себя от всего этого, то только в этом случае в нем могут создаваться высокие нравственные качества, которые являются необходимыми для богобоязненного человека. Но есть такие некоторые нравственные качества, о которых можно сказать, что если их нет у человека, то даже сама его вера находится под сомнением. В этом случае, не говоря уже о богобоязненности, надо оберегать веру. Одно из самых важнейших этих нравственных качеств, которое является основным условием для того, чтобы стать верующим человеком, состоит в том, чтобы придерживаться правды и уберегать себя от лжи. Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает: «Сторонитесь же мерзости идолов и сторонитесь слова лжи». В этом аяте Всевышний Аллах рассказал о поклонении идолам и лжи, и таким образом Он сделал их равными и показал, что если у человека нет правдивости и нет привычки говорить правду, то это тоже является таким же большим грехом, как и поклонение идолам. Это невозможно, чтобы верующий человек верил в единство Всевышнего Аллаха и в то же время примешивал к своей вере поклонение идолам. Так что это является очень ясным и открытым предупреждением для человека, претендующего на веру, о том, что если он считает себя верующим, то он должен приобретать высокий уровень правдивости. В ином случае он должен беспокоиться о своей вере.
В этой связи Хазрат Обетованный Мессия мир ему тоже ясным образом обращает наше внимание на то, что является идолом, и о том, от каких видов грязи идолов мы должны уберегать себя, и какие способы для этого мы должны использовать для того, чтобы укреплять свою веру и развивать ее. Хазрат Обетованный Мессия мир ему в своих различных писаниях и выступлениях разъяснил эту тему и ясно рассказал о важности правдивости. Хазрат Обетованный Мессия мир ему в этой связи выразил свою большую боль, и каждому мусульманину Ахмади надо помнить об этом, чтобы, укрепляя свою веру, мы развивались в богобоязненности. Я представлю вам несколько изречений Хазрата Обетованного Мессии мир ему. На первый взгляд кажется, что они являются одинаковыми, но в каждом предложении содержится свой урок и свое увещевание. Хазрат Обетованный Мессия мир ему в своей книге «Нуруль Куран», «Свет священного Корана» написал: «Священный Коран приравнял ложь к поклонению идолам. Как говорит Всевышний Аллах в Священном Коране, сторонитесь же мерзости идолов и сторонитесь слова лжи. Они оба являются грязью, избегайте же их». После этого Хазрат Обетованный Мессия мир ему говорит о том, что из-за лжи человек отдаляется от Всевышнего Аллаха, или можно сказать, что Всевышний Аллах оставляет лживого человека. Хазрат Обетованный Мессия мир ему в этой связи изрекает: «Избегай посему мерзости идолов, избегай всяких слов неправды». Этим сказано, что ложь также является идолом. И тот, кто прибегает к ней, теряет веру во Всевышнего Аллаха. Так, прибегая к неправде, человек утрачивает Всевышнего Аллаха. Когда человек оставляет упование на Аллаха, то Всевышний Аллах не приближается к этому человеку. Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал это в своей книге «Философия исламских учений». В своей книге «Лекция в Лахоре» Хазрат Обетованный Мессия мир ему также сказал: «Избегайте идолов и лжи, обе эти вещи являются грязью». Так что для того, чтобы человек стал чистым, ему надо избегать ложь и все виды многобожия. Затем, в одном из своих выступлений, Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Ложь также названа священным Кораном скверным и нечестивым деянием. В нем сказано: избегай посему мерзости идолов и избегай всяких слов неправды». Смотрите, здесь ложь приравнивается к идолу, и на самом деле ложь – это и есть один из идолов, иначе почему она уводит от правды? Точно так же, как идол не имеет под собой ничего общего с реальностью, ложь не имеет в себе ничего, кроме фальшивого блеска. Доверие лжецам падает до такой степени, что даже если они будут говорить правду, все равно существует опасение, что часть ее может оказаться ложью. Если лгуны захотят уменьшить размер своей лжи, это им сразу не удается.
Азур поясняет, когда они привыкают ко лжи, то сразу они не могут избавиться от этого. Обетованный Мессия мир ему продолжает, они должны долго упражняться, и только после этого они обретут привычку говорить правду. Некоторые люди настолько сильно привыкают ко лжи, что в любом своем разговоре они говорят неправду. Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал, что для того, чтобы они привыкли к правде, им приходится прилагать большие усилия и много времени трудиться на этом пути. Затем есть такие люди, которые думают, что для достижения мирских успехов им необходимо в какой-то мере использовать ложь, и они без этого не могут обойтись. Отрицая мысли этих людей, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает, «Всевышний Аллах приравнял ложь к поклонению идолам. Как неумный человек, оставляя Всевышнего Аллаха, поклоняется камню, так же человек, оставляя правдивость и истину, ради своих интересов делает ложь своим идолам. Это является причиной того, что Всевышний Аллах приравнял ложь к поклонению идолам и связал их между собой. Подобно тому, как поклоняющийся идолам человек считает своего идола средством своего исцеления, так же и лжец измышляет себе идолов и считает, что посредством них он получает исцеление. Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает, «Какими же неразумными стали люди? Если им говорится, почему вы поклоняетесь идолам, оставьте эту мерзость, то они говорят, как мы можем оставить их, мы без этого не можем прожить». Что может быть большим несчастьем, чем то, чтобы считать ложь тем стержнем, вокруг которого вращается их жизнь? Но я уверяю вас в том, что в конце концов правда восторжествует и достигнет успеха, блага и победы. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает, «Запомните, нет ничего хуже, чем ложь». Мирские люди обычно говорят, что те, кто говорят правду, становятся заключенными. Но как я могу согласиться с этим, когда против меня было 7 судебных разбирательств, и по милости Всевышнего Аллаха, ни в одном из них я не нуждался ни в одном слове лжи? Может ли кто-то сказать, что в одном из этих судебных разбирательств Всевышний Аллах сделал меня неуспешным? Всевышний Аллах сам является поддерживающим и помогающим правде. Разве это возможно, чтобы Всевышний Аллах наказал говорящего правду человека? Далее он изрекает, «Если бы так случилось, то в мире никто не говорил бы правду, и люди утратили бы истинную веру в Аллаха, и правдивые люди умерли бы, будучи живыми». Хазрат Обетованный Мессия мир ему продолжает, «Те люди, которые получают наказание за правду, в действительности, получают это наказание не за то, что они сказали правду, а за тайные грехи, которые они совершили. Если человек замешан в каком-то преступлении и сказал правду, и за это он получил наказание, то он не должен думать, что он получил наказание за свою правду. Хазрат Обетованный Мессия мир ему говорит, что это наказание он получил не за то, что он сказал правду, а за те ошибки и грехи, которые он раньше совершил, и за ту ложь, которую он раньше говорил. Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал, что у Всевышнего Аллаха есть вся цепочка грехов и ошибок, совершенных человеком, и за какие-то из них он получает наказание. У Всевышнего Аллаха есть полный реестр наших поступков. У людей иногда не работают компьютеры, иногда хакерами совершаются кибератаки, и все записи исчезают. Но реестр Всевышнего Аллаха никто не может уничтожить, и он сохраняется навсегда. Человек, используя некоторые отговорки, может избавить себя от мирского наказания, но он не может обмануть Всевышнего Аллаха. Поэтому человеку надо приучить себя к постоянному совершению добрых дел, и надо утвердиться в совершении добрых дел.
И когда человек совершает истихвар и спрашивает прощения у Всевышнего Аллаха и обещает избавиться от всего дурного, то он должен стараться придерживаться этого. Слова Хазрата Абитаванова Мессии мир ему о том, что мирские люди говорят, как мы можем оставить ложь, без нее нам никак не обойтись, относится не только к большим интересам мирских людей, а состояние мирского человека таково, что он в каждом, даже в маленьком деле, использует ложь. Несколько дней назад вышел новый номер журнала National Geographic. В нем есть несколько статей, посвященных лжи и исследований на тему, почему человек говорит ложь. Автор которого говорит о том, что на первый взгляд кажется, что успехи достигаются благодаря лжи. Так же, как сказал Хазрат Абитаванный Мессия мир ему о том, что люди думают и считают, что успехи достигаются благодаря лжи. Автор этой статьи попытался доказать, что ложь присуща натуре человека. Хотя в действительности это не натура человека, а его окружение делает его лжецом. И поскольку у этих людей есть свои мирские интересы, поэтому он поддерживает эту свою позицию и старается оправдать то, что человек с детства привыкает говорить ложь. А на самом деле, это окружение ребенка приучает его говорить ложь. Сейчас состояние мирских людей стало таким, что они с большой гордостью показывают фотографии тех людей, которые считают себя чемпионами по лжи и участвуют в соревнованиях лжецов и получают за это награды. Один из получающих такую награду сказал, «Некоторые мои рассказы бывают правдивыми, но все равно, если я не буду добавлять в правдивые рассказы позолоту лжи, то для людей они будут очень скучными, и никто не будет обращать на них внимания. И поэтому для привлечения внимания людей я говорю ложь». Затем в этой статье рассказано о различных профессиях, начиная с политиков и до ученых, и говорится о том, что они тоже используют ложь. И говорится, что в нашем обществе и в нашем окружении повсюду распространяется ложь. И согласно мнению мирских людей, нет никакого выхода, и поэтому они вынуждены говорить ложь. Мы, говорящие о том, что здесь, в западном мире, уровень их правдивости очень высокий, прочитав эту статью, увидим, что в основе каждого их поступка лежит ложь. Первые исследования, которые они проводили в этой связи, говорят о том, что человек ежедневно произносит ложь 3-4 раза. И каждый раз это бывает разные виды лжи. Кто-то говорит ложь для того, чтобы дать кому-то неправильное наставление, используя для этого ложь и обманывая его. Есть также такие виды лжи, как скрывание своих недостатков и различные отговорки, в которых используется ложь. Также ложь используется для того, чтобы создать хорошее впечатление о себе для удовлетворения самолюбия. Это маленькие виды лжи. Есть такие большие виды лжи, как, например, когда муж и жена скрывают свои отношения с другими людьми. Когда у мужа и жены появляются неправильные отношения из-за вседозволенности, царящей в этом обществе, для того, чтобы скрывать эти отношения, они используют ложь. Это тоже является одним из больших бед этого общества, в котором женщины и мужчины свободно встречаются, и потом у них создаются неправильные отношения. И когда раскрывается эта ложь, то начинаются ссоры, и все заканчивается разводами. Если мы проанализируем себя, то увидим, что когда ситуация из-за домашних спор доходит до развода, то это случается по той причине, что все началось с того, что в какой-то мере была использована ложь. Хотя, учитывая этот основной психологический факт, в аятах, которые мы читаем во время обряда никаха, бракосочетания, нам повелено: «О вы те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите слово правое. Тогда Он исправит для вас дела ваши и простит вам грехи ваши. И тот, кто повинуется Аллаху и посланнику Его, достиг он уже великого успеха».
Но когда есть такая полная свобода, ведущая к вседозволенности, то во имя нее снимается хиджаб. А когда снимается хиджаб, то появляются сомнения, и таким образом появляется недоверие, и приходится использовать ложь. И таким образом начинается бесконечная вереница лжи. Одним словом, здесь, в этом аяте, Всевышний Аллах упомянул о важности высокого уровня правдивости в отношениях между мужем и женой. Благодаря этому не только будут улучшаться их отношения, но и дети тоже будут избавлены от многих проблем. Всевышний Аллах будет прощать вам ваши грехи и дарует вам великие успехи. Ислам представляет это прекрасное учение, но, несмотря на это, те люди, которые не говорят прямое слово, портят свои отношения и не могут восстановить доверие из-за лжи. Что может быть большим несчастьем, чем это? Причина роста разводов, которых у нас становится больше, тоже заключается в том, что мы отдаляемся от повелений Всевышнего Аллаха. Эти мирские люди, у которых нет наставника, тоже считают ту ложь, которую супруги говорят друг другу, серьезной ложью. Это большая ложь, и она должна вызвать беспокойство. Но те люди, у которых есть наставник, если они будут поступать так, то есть лгать, то это будет создавать для них еще более опасную ситуацию, потому что они ослушиваются повелений Всевышнего Аллаха. Такой человек лишается также прощения своих грехов и также лишается того обещания успехов, которые дал Всевышний Аллах. Так что это должно вызвать беспокойство у тех людей, которые ведут себя таким образом. Этот автор статьи в National Geographic также написал, что, согласно статистике, больше всего люди говорят ложь для того, чтобы скрывать свои недостатки. И также в том случае, когда они не хотят встречаться с людьми. Они говорят своим детям или жене, скажи, что меня нет дома. Некоторые люди говорят своим детям, чтобы они сказали тому, кто звонит по телефону, или пришел к ним, чтобы они сказали, что мамы или папы нет дома, и таким образом они приучают детей ко лжи. Так что ложь не является частью натуры человека, а это некоторые поступки взрослых людей направляют детей ко лжи. Есть такие люди, которые без какой-либо причины просто по привычке говорят ложь. Ложь также говорят для сокрытия истины. Ложь говорят для того, чтобы причинить боль другим. Ложь говорят для того, чтобы показать себя хорошим, для того, чтобы посмеяться над людьми. Некоторые люди в своих шутках используют ложь, тогда как можно обойтись без нее. Ложь используется также для удовлетворения своего самолюбия. Ложь также говорят для того, чтобы помешать людям финансово развиваться, а также для того, чтобы получить финансовое развитие. И таким образом, в этом исследовании лжи они составили статистическую таблицу с указанием процентов, приходящихся на каждую причину, по которой люди говорят ложь. И самый большой процент оказался у людей, говорящих ложь для того, чтобы скрыть свои недостатки. Затем у тех, кто говорят ложь для финансового развития. Затем у тех, кто говорят ложь для того, чтобы не встречаться с людьми. То есть они не хотят встречаться с людьми после того, как они совершат какую-то ошибку. То есть это те категории людей, которые имеют самый высокий процент говорящих ложь. Это показывает их исследования. Так что таким является состояние тех людей, которых многие из нас считают теми, у кого высокий уровень правдивости.
Если эти люди являются для нас критерием, то это должно вызвать беспокойство у верующего человека. Эти люди не верят в Бога или совершают многобожие. Но мы же претендуем на то, что мы верим в Аллаха и поступаем согласно учению религии. Поэтому, если мы будем отдаляться от правды, то мы не только отдалимся от религии, но и будем совершать многобожие. Так что мы должны посмотреть на себя и проанализировать уровень своей правдивости. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране, что нельзя давать ложные свидетельства. Всевышний Аллах говорит о слугах Всемилостивого и те, которые не свидетельствуют лживо. Так что наши свидетельства тоже не должны быть ложными, ни для служения финансовым интересам, ни для каких-то других целей. Потому что если мы хотим стать истинными слугами Всемилостивого Аллаха и хотим развиваться в вере, то мы должны оберегать себя от этой лжи. И для того, чтобы уберечь себя от сатаны, тоже необходимо избавиться от лжи, потому что из-за лжи мы разрываем отношения со Всевышним Аллахом. Хазрат Абитаван и Мессия мир ему в одном месте изрекает: когда разрываются отношения с Аллахом, то устанавливаются отношения с сатаной, и человек оказывается под влиянием сатаны. О том, каким должен быть уровень нашей правдивости и каким образом мы можем избавиться от лжи, Хазрат Абитаван и Мессия мир ему разъясняет: мне не нужно наставлять вас о том, что нельзя убивать, потому что на это не способен никто, кроме самого порочного человека. Но я настаиваю на том, что вы не должны убивать правду, настаивая на несправедливости. Примите истину даже от ребенка. Если вы видите истину у противника, то сразу оставьте свою сухую логику. Хазур поясняет: если правду говорит даже ребенок, то надо ее принимать, и не надо сопротивляться. Обетованный Мессия мир ему продолжает: придерживайтесь правды и свидетельствуйте правдиво. Как говорит Всевышний Аллах: сторонитесь же мерзости идолов и сторонитесь слова лжи. То, что отвращает ваше лицо от истинной киблы, является идолом, стоящим на вашем пути. Свидетельствуйте правдиво даже против своих отцов, братьев и друзей. Никакая вражда не должна препятствовать вам свидетельствовать правдиво. То есть, если вы будете отдаляться от справедливости, то появится ложь. Один христианин выразил претензию святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, о том, что он разрешил говорить ложь в трех ситуациях и относительно того, что Священный Коран открыто повелевает, что ради спасения своей жизни можно скрыть свою религию, в то время как Библия не разрешает лгать. В ответ на это Хазрат, обетованный Мессия мир ему, сказал: «Да будет ясно вам то, что Священный Коран уделяет правдивости так много внимания, что я не могу поверить тому, что в Библии уделяется этому вниманию хоть в малой части этого». Священный Коран приравнял ложь к поклонению идолам, сказав: «Сторонитесь же мерзости идолов и сторонитесь слова лжи». Еще в одном месте Всевышний Аллах повелел: «О вы те, которые уверовали, будьте стойки в справедливости, будучи свидетелями ради Аллаха, хотя бы и против самих себя или родителей и близких».
Так что это является необходимым уровнем правдивости. Несомненно, что это является высоким уровнем справедливости. Но справедливость не может быть установлена до тех пор, пока нет правдивости. Так что это есть те уровни, которых человек должен стараться достичь. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, еще больше разъясняет эту тему, в одном месте изрек. Всевышний Аллах относительно справедливости, которую невозможно достичь, не следуя во всем правде, сказал: «И пусть не склоняет вас ненависть людей к тому, чтобы поступали вы несправедливо. Будьте справедливы, это ближе к богобоязненности. Чья-либо враждебность не должна помешать вам соблюдать справедливость. Будьте стойки в справедливости, потому что в этом богобоязненность». Теперь вы знаете, как бывает трудно поступать справедливо с теми народами, которые безо всякого права подвергают вас мучениям, терзают и преследуют вас, и убивают детей и женщин, как делали жители Мекки, и затем не прекращают воевать. Но учение Корана не позволяет пропасть тщетно праву даже таких врагов, которые жаждут вашей крови. И Коран увещевает быть справедливыми в отношении них и придерживаться истины. Я изрекаю истину. Относиться к врагам вежливо легко, но сохранить права врага, не отходя от справедливости в судебных делах, очень трудно. И это дело только очень мужественных людей. Большинство людей показывают свою любовь к своим сообщникам и врагам и говорят с ними ласковыми словами, но при этом лишают их принадлежащего им по праву. Азур поясняет: они говорят ложь для того, чтобы лишить их законных прав, и они поступают несправедливо. Обетованный Мессия мир ему продолжает: брат проявляет любовь к брату, но под прикрытием этой любви, обманув его, он лишает его того, на что он имеет право. Так, например, проявляя хитрость при оформлении документов на недвижимость, он не вписывает в них его имя. Хазур поясняет: они не вписывают их имена в государственный реестр. Обетованный Мессия мир ему продолжает: и при этом он проявляет такую показную любовь, словно он готов пожертвовать ради него своей жизнью. Хазур поясняет: и таких случаев бывает много. Некоторые родственники, прибегая ко лжи, изменяют документы о собственности других родственников или не вписывают в них их имена, или свидетельствуют неправильно. И таким образом им причиняется материальный ущерб. В этом аяте Всевышний Аллах не упомянул о любви, но рассказал о большем, о том, каким должен быть уровень любви. А каким должен быть уровень любви? Высшее проявление любви – это справедливость. Он должен соответствовать справедливости, потому что тот человек, который поступает справедливо с врагом, который хочет убить его, и при этом не избегает правды и справедливости, любит по-настоящему. Так что, когда будет такой уровень правдивости, брат не будет обманывать своего брата. اپنے شریک دشمنوں سے محبت تو کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتوں سے پیش آتے ہیں مگر ان کے حقوق دبا لیتے ہیں حق دبانے کے لیے جھوٹ بول جاتے ہیں انصاف سے کام نہیں لیتے جھوٹ بولتے ہیں فرماتے ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے پردے میں دھوکہ دے کر اس کے حقوق دبا لیتا ہے. Разъясняя важность правдивости, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: употребление в пищу запретного не приносит такого ущерба, как ложь. Человек не должен это понимать как то, что питание запретным разрешено. Я имею в виду то, что если человек вынужден употреблять в пищу свинину, то это одно. Но если он своим языком дает фетву о том, что свинина – это халяль, то есть является дозволенным, то он отдалится от ислама. Я
Хазур поясняет, в вынужденных обстоятельствах разрешается употреблять в пищу свинину. Например, если человек умирает от голода, то он может есть свинину. Но если человек своим языком дает фетву о том, что свинина – это халяль, дозволенная пища, то этот человек отдаляется от ислама. Обетованный Мессия мир ему продолжает, потому что таким образом человек разрешает запрещенное Аллахом. Отсюда стало ясно, что ущерб, причиненный языком, является более опасным. И поэтому богобоязненный человек уделяет большое внимание контролю за своим языком. Он не произносит слов, которые противоречат богобоязненности. Так что вы должны контролировать, управлять своими языками, а не ваши языки должны управлять вами. Хазур поясняет. И не должно быть так, чтобы говорился всякий вздор. Человек должен контролировать свой язык. Контроль над своим языком означает управление своим языком. Не должно быть так, чтобы говорилось все, что угодно. Потому что в этом случае говорятся и ложные, и правдивые слова. И в результате этого создаются смуты и раздоры. Так что нам всегда необходимо следить за тем, чтобы наш язык достигал достойного уровня правдивости. И он не только защищал нас от многобожия, но и приводил нас к высокому уровню богобоязненности. Глядя на различные состояния людей, говорящих ложь, о которых я рассказал в этой связи, мы должны проанализировать себя, не находимся ли мы в одной из этих групп. Если мы находимся в одной из них, то мы должны избавиться от этого. Всевышний Аллах уже дал нам способ избавления. Дай нам, Всевышний Аллах, понимание этого. И дай Аллах нам возможность утвердиться в произнесении прямого слова и придерживаться его. Затем есть еще одно доброе нравственное качество, которое должно быть у верующего человека, и которое дает приближение ко Всевышнему Аллаху, это смирение и отдаление от высокомерия. Всевышний Аллах в одном месте говорит о высокомерных, и не криви лица своего пред людьми, и не ходи по земле горделиво, воистину, Аллах не любит всякого гордеца хвастливого. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, в одном месте подробно разъясняет эту тему, изрек. Да, есть такие люди, которые, находясь на 10-миллионной ступени ниже пророков, спустя 2 дня после того, как начали совершать намаз, преисполняются высокомерием, также высокомерие и показуха вместо очищения начинают появляться в посте и хадже. Хазур поясняет. В эти дни Рамадана тоже есть такие люди, когда у них появляется маленькая возможность или им снятся правдивые сны, по причине этого становятся очень гордыми, поэтому надо избавиться от этого и всегда надо совершать истихвар. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Запомните, высокомерие вышло от сатаны и делает сатаной. Пока человек не отдалится от него, оно остается препятствием на пути принятия истины и Божьей щедрости. Высокомерие нельзя проявлять ни в коем случае, ни в вопросе знаний,
ни в вопросе богатства, ни в вопросе представительности, личности, семьи и так далее. Потому что более всего появление высокомерия способствует именно эти вещи. И до тех пор, пока человек не очистит себя от этих видов гордыни, он не сможет быть в глазах Всевышнего Аллаха избранным, и его не одарят знанием, сжигающим отработанный материал низких страстей. Хазур поясняет, человек никогда не сможет обрести то глубокое понимание, которое помогает человеку избавиться от неправильных страстей, пока он не избавится от высокомерия и не обретет смирения. Обетованная Мессия мир ему продолжает. Ибо это удел сатаны, которого не любит Всевышний Аллах. Сатана тоже проявлял высокомерие и считал себя лучше Адама. Он, Иблис, сказал, «Я лучше его. Ты создал меня из огня, а его ты создал из глины». И каким был результат этого? Сатана стал проклятым, а Адам получил глубокое понимание сути вещей, и поэтому он стал наследником милости Всевышнего Аллаха. Он знал, что без милости Всевышнего Аллаха ничего невозможно, и поэтому он молился словами «Роббана заламна анфусина, ваэлям тахфир лана, ватархамна аляна, кунанна миналь хосри». «О, Владыка наш, мы причинили вред самим себе, и если ты не простишь нас, воистину окажемся мы из потерпевших убыток». Хазур поясняет, Хазрат Абитаванный Мессия мир ему увещевал свою общину читать эту молитву, поэтому нам надо постоянно читать эту молитву. Сейчас идут последние 10 дней Рамадана, поэтому для избавления от огня и для получения милосердия Всевышнего Аллаха нам необходимо читать эту молитву. Хазрат Абитаванный Мессия мир ему продолжает. Хазрату Исе мир ему было сказано, «Благой». Он сказал, «Почему ты называешь меня благим?» Сегодняшние христиане, не понимая сути этого, говорят, что значение этого предложения следующее, «Почему ты не называешь меня Богом?» Тогда как на самом деле Хазрат Иса мир ему сказал очень тонкую вещь, которая является сутью натуры всех пророков. Он знал, что истинное благо можно получить только от Аллаха. Он является источником всех благ, и от него они не спосылаются, и он дает, кому пожелает, и забирает у того, у кого ему угодно. Но эти незнающие люди сделали такую ценную вещь предосудительной и сделали Хазрата Ису мир ему высокомерным, в то время как он был смиренным человеком. Затем, относительно способа очищения, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает, «По-моему, то, чтобы человек не проявлял никаких видов высокомерия и гордыни, является прекрасным способом для очищения. Может быть, кто-то может найти лучший способ, чем этот». Хазур поясняет, «Если человек хочет стать очищенным, то он должен избавиться от всех видов высокомерия и гордыни. Не должно быть высокомерия из-за знаний, семьи и имущества». Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает, когда Всевышний Аллах дает человеку глаза, то он видит, что всякий свет, который может исцелить его от мрака этого мира, приходит только с неба, и человек всегда нуждается в нем. Глаза не могут видеть до тех пор, пока не приходит свет от солнца, и этот свет тоже приходит с неба. Таким образом, духовный свет, который удаляет все виды мрака и вместо этого создает богобоязненность и свет очищения, тоже приходит с неба. Я говорю вам правду, богобоязненность, вера, поклонение и очищение человека – все это приходит с неба. И это зависит от милости Всевышнего Аллаха. Если ему угодно, то он продолжает ниспосылать его. Если ему угодно, не ниспосылает его. Затем Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает. Следовательно, настоящая мудрость – это когда человек будет считать самого себя никем и ничем, и, упав ниц на порог Божьей обители, постепенно со смиренностью и покорностью будет испрашивать милости Всевышнего Аллаха и просить света мудрости, который сжигает эгоизм страстей и зарождает внутри свет и силу и энергию добродетели.
Затем, если посредством Его милости он получит некую часть и в какое-то время обретет широту и открытость, он не должен гордиться этим и выказывать высокомерие. Более того, он должен стать еще более смиренным и покорным, потому что чем менее значимым он будет считать себя, тем больше силой и светом наделяет такого человека сияние и свет Всевышнего Аллаха. Если человек будет придерживаться этого убеждения, то есть надежда, что по милости Всевышнего Аллаха он намного продвинется в нравственности. Считать себя чем-то значимым в этом мире тоже является высокомерием и приводит именно к тому, что человек начинает проклинать другого и считать его ничтожеством. Для отдаления от высокомерия необходимо, чтобы человек связывал все свои хорошие нравственные качества с Аллахом. Разъясняя это, Хазрат Обетованный Мессия Миром изрек: «В действительности, грязь страстей человека, которая проявляется в плохой нравственности человека, его высокомерие и другими способами никогда не исчезнет до тех пор, пока не бывает проявлена милость Всевышнего Аллаха. И эти грязные страсти не могут быть сожжены до тех пор, пока огонь глубокого понимания сути вещей не сожжет их». Человек, у которого создается этот огонь глубокого понимания сути вещей, постепенно очищается от своих нравственных недостатков, и, несмотря на то, что он является большим, он считает себя маленьким. И он не считает свою сущность чем-то важным. Тот свет глубокого понимания сути вещей, который ему даруется, он не считает результатом своих способностей и таланта, и не связывает его с собой, а считает его милостью и милосердием Всевышнего Аллаха. Подобно тому, как свет солнца падает на стену и освещает ее, но стена не может гордиться тем, что это ее свет. Хазур поясняет: когда свет солнца падает на стену и освещает ее, то это не может быть поводом гордости для стены. Затем Хазрат, обетованный Мессией Миром, изрекает: другое дело, что чем чище будет стена, чем чище будет отраженный ею свет. Хазур поясняет: чем больше чистотой и блеском будет обладать стена, тем чище и ярче будет отраженный ею свет. Хазрат, обетованный Мессией Миром, продолжает: но ни в коем случае способности стены не играют никакой роли в этом свете. Преимущество в этом принадлежит солнцу. Хазур поясняет: эта стена не может сказать солнцу: забери свой свет. Хазрат, обетованный Мессией Миром, продолжает: такими же являются чистые личности пророков. Благодаря милости и благословению Всевышнего Аллаха, на них нисходит свет глубокого понимания и освещает их, и поэтому у них нет никаких личных притязаний, и все милости они связывают со Всевышним Аллахом, и это является правдой. Это является причиной того, что когда у святого пророка мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, было спрошено: вы войдете в рай благодаря своим поступкам, святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, ответил: нет, ни в коем случае, только благодаря милости Всевышнего Аллаха. Пророки Всевышнего Аллаха никогда не связывают никакой силы и мощи с собой. Они все получают от Аллаха и всегда произносят Его имя. Так что если состояние пророков Всевышнего Аллаха, являющихся особенными людьми Всевышнего Аллаха, таково, то какое смирение должен проявлять обычный человек, и сколько ему надо благодарить Всевышнего Аллаха за его милости и продолжать проявлять смирение. Высокомерие создает в человеке духовную смерть и отдаляет его от Всевышнего Аллаха. В этой связи Хазрат, обетованный Мессией Миром, изрекает: Всевышний Аллах является милосердным и благородным. Он воспитывает человека разными способами, и он проявляет к нему милосердие, и по причине этого милосердия он ниспосылает пророков и посланников, чтобы они исцелили людей этого мира от грехов и грязной жизни. Высокомерие – это очень опасная болезнь. Человек, у которого она возникает, подвержен духовной смерти. Я точно знаю, что эта болезнь хуже убийства. Высокомерный человек становится братом сатаны, потому что именно высокомерие унизило и опозорило сатану. Поэтому обязательным условием для верующего является отсутствие в нем высокомерия,
и наличие в нем смирения, покорности и уничижения, чем особо отличаются избранники Всевышнего Аллаха. В них с лихвой присутствует покорность и смирение, и более всех это качество присутствовало в святом пророке, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. У одного из его слуг спросили, как к нему относится святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он сказал, по правде говоря, он служил мне больше, чем я ему. Увещевая относительно этого, Хазрат обетованный Мессии мир ему изрекает, «В мире распространилось высокомерие. Ученые проявляют высокомерие в связи со своими знаниями. Если посмотрим на дервишей, то их состояние тоже является необычным. Они не обращают внимания на свое духовное исправление. Каждый человек проявляет высокомерие и не обращает внимания на свое духовное исправление. Их цель ограничивается только их физическими практиками, и поэтому все их труды и упражнения, например, такие как Закрара, не относятся к духовному исправлению и не имеют отношения к источнику пророчества. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек, из жизни святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, мы не знаем о таких видах поминаний и практик. Я вижу, что они не обращают внимания на очищение сердец, у них осталось только тело, в котором нет ничего о духовности. Эти практики не могут очищать сердца и не могут давать истинного света, глубокого понимания сути вещей. Так что эта эпоха является свободой от духовного воспитания. Те пророческие способы духовного воспитания, которые надо было принять, оставили и забыли. И сейчас Всевышний Аллах пожелал, чтобы вернулась та эпоха пророчества и становилась богобоязненность и чистота. И он желает сделать это посредством этой общины. Хазур поясняет, Всевышний Аллах желает восстановить все эти добрые дела, богобоязненность и укрепление веры посредством этой общины. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает. Так что это является обязательным для вас, чтобы вы обратили свое внимание к истинному исправлению. Хазур поясняет. Когда этого желает Всевышний Аллах, все члены общины обратить свое внимание к истинному исправлению. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, продолжает. Обратите внимание к истинному исправлению, к тому, как учил нас исправлять себя святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Дай Аллах нам возможность, следуя сунне святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и принимая тот способ, которому он нас научил, избавиться от всех грехов и приобрести все высокие нравственные качества. Дай Аллах, чтобы уровни нашей правдивости были такими, которые приближают ко Всевышнему Аллаху, и уровни нашего смирения тоже были такими, чтобы они нравились Всевышнему Аллаху. И мы стали такими членами общины Хазрата обетованного Мессии мир ему, каким он хотел нас видеть. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم